Всем привет, с продажи появляется Honda CR-V 2017 года выпуска с объемом двигателя 2,4 литра, который дает 186 лошадиных сил. Давайте заглянем в салон данного автомобиля. Задний ряд сидений у нас в отличном состоянии, дверные карты у нас в отличном состоянии и также имеется подогрев заднего ряда сидений. Передние карты и передний ряд сидений у нас также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В нем присутствуют 4 электростеклоподъемника, центральный замок, электрорегулировка зеркал с функцией складывания, память сидений на 2 пассажира, парктроники, подогрев зоны дворников, отключение курсовой устойчивости. Далее у нас идет мультируль с круиз-контролем и подогрев руля. Сенсорная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, подогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, электроручник. Для удобства автомобиля присутствует 2 подстаканника, центральный подлокотник, а для мелочей 2 отсека для хранения. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные вы сможете найти в объявлении. Приобрести данный автомобиль можно за наличный расчет по системе 3DIN, а также оформить автокредит. Мы находимся по адресу Азина 83, автосалон Дип Авто. Всех ждем.